Я приветствую всех на своем канале. Сегодняшнее видео будет видеообзор волнистых попугаев. Гнезда пойдем проверять. Вот сейчас шел мимо, смотрю. Сегодня ночью были заморозки. Вот видите, обратите внимание, трава вся померзла. То есть все, она уже непригодна к питанию попугаев. С сегодняшнего дня попугаи переходят на питание именно зерном, овощи. Пророщенное зерно, замочка будет, овощи и веточки. А трава теперь только появится весной, или если кто-то может делать, выращивайте в теплице зелень для своих попугаев. Вот у нас, видите, да, все, уже листва облетела. Вот вишенка облетела, лист. Все, отправляемся в вольеры. Приветствую вас из вольерник своей. Сейчас попали мы к волнистым. Продемонстрируем, появились ли яйца, у кого появились яйца. Ну, сейчас обзор проведем, посмотрим вместе с вами. Сегодня уже 13 день, так что я думаю, возможно, где-то кто-то яичко снес. Вон они сидят, видите, эти на качельке сидят. Сейчас откроем. Неразумщики так шумят громко. Вот такие. Это я их только покормил. Они вот сейчас все наелись. Вот, обратите внимание, кормил я их сегодня, значит, давал зерносмесь, моченая была. Вот самочка наелась, сидит, думает, что делать. Так, морковка. Морковку даю через день. Сегодня дал немножко капусты. Немножко. Если кто-то капусту не давал и будете начинать вводить, не забывайте, что новые эти продукты вводить надо понемножку. Вон они наелись, все, видите, на качелях катаются. Сейчас мы с вами посмотрим. А, кстати, хотел показать, у меня журнал есть, там разрешенные фрукты, ягоды сейчас продемонстрирую. Ну, на основании этого журнала я кормлю птиц. Сейчас. Значит, друзья мои, вот такой журнал у меня есть. Я не буду показывать ни автора, ни обложку, чтоб рекламу не делать, потому что я с автором созванивался, вернее, списывался, предложил ему продемонстрировать мой журнал, он говорит, не надо, не надо, ну, не хочет, как хочет. Вот смотрите, тут написано, помни, овощей в салате должно быть 70%, а фруктов 30%. То есть салат, это значит перемешка, к примеру, яблоки и морковка, яблоки, овощи. То есть яблоки это фрукты, их будет у вас 30%, а овощей, допустим, там морковка, свекла, этого вы должны положить 70%. То есть соотношение фруктов поменьше, овощей побольше. Это питание вот попугая. Обратите внимание, здесь даже картошка есть. Я надеюсь, всем хорошо будет видно. Вот сейчас медленно проведу, а вы себе потом в конспект запишите. Записывайте обязательно конспект, потому что все забывается. Ну, вроде вот все я отснял. А вот так читается, смотрите. Помните, овощей в салате должно быть 70%, а фруктов 30%. А здесь дописка. Из-за большого количества сахара в последних. То есть, по возможности, старайтесь фрукты давать недоспелые. Сильно сладкие не надо. Сахар, он может провоцировать рост грибков, грибковых заболеваний. Ну и переходим к осмотру домиков. Начну издалека снимать, чтобы вам заснять то, что вот там сформировалась пара. Видите, самочка в домике, а самец подлетел кормить ее. Вот там в камеру, наверное, не видно, но мне видно, первый самец сидит, вторая самочка. Сейчас мы к ним на территорию зайдем и произведем осмотр. Возможно, там и будет первое яичко. Интересно, кто первый снес яйцо. Вот, видите, сформировалась пара. Вот такой самец. И, кстати, самку подобрал себе подобную по цвету. Сейчас я закрою, чтобы никто у меня не улетел. Ну что, тогда с этого домика и начнем, да, друзья? Опля! Сегодня, напоминаю, у нас 13 дней. 13 дней, как все это здесь
заварилась каша. Тут у нас пока ничего. Ладно, переходим к следующему. Возмущается. Так, тут у нас что? Сейчас, наверное, буду так слегка открывать, будем подсматривать. Неудобно, конечно. О, о, смотрите. Здесь у нас и самочка сидит, и яичко лежит. Фу-фу-фу. Поплюйте, друзья, постучите по дереву, чтоб не сглазить. Первое яйцо птицы снесли на 13-й день совместного пребывания. Я имею в виду... Сейчас постучу по дереву. Чтоб никто не сглазил, чтобы все было хорошо. Значит, смотрите, получается, 13-й день – это наличие домика в вольере. А птицы немного ранее были знакомы. Вот, значит, по истечению 13 дней первое яйцо. Раньше было быстрее. Так, что у нас здесь происходит? Все ломятся, может, здесь тоже побольше яйца будут. Так, открываем. Ага. Самка есть, а яиц нету. Нету. Ладно. Не будем беспокоить. Закрываем. Ну, я думаю, я сейчас еще пару гнезд проверим. Где-то будут яйца, отсниму. Если нет... То остальные сам уже сниму, думаю, на камеру-то особо тут не интересно, да, смотреть одно и то же. Так, здесь пусто, сейчас быстренько проверю все гнезда, если где-то появится еще, я вам продемонстрирую. Ну, по крайней мере, одно яйцо есть, вместе обнаружили, то есть вы в курсе. Ну и наблюдайте. У кого появится желание заводить волнистых, будете уже, в принципе, проинструктированы. Ну, вон они, красавцы. Ну, я сейчас посмотрел все остальные, яиц нигде нет, только в одном домике яйца. А вот видите, парочка тоже сформировалась, самец пришел, самочка вылезла, а самец пришел ее ухаживать за ней. Обратите внимание, у самца переносится малинового цвета. Просто я в этом же журнале нашел материал, что якобы, если у самца переносится не особо синяя, то он может не оплодотворять яйца. То есть у него там, как самец, он не состоялся. Гормоны не готовы. Вот такой-то. А этот наелся морковки с капустой, он зоб надутый такой. Видите, как грудь надута? Это вот наелся. Все, птички-синички, до свиданька вам. Здесь, значит, смотрите, хочу тоже обратить внимание. Не разлучников мы что-то я запустил, а вот остался один синий масковый. Второго синего маскового почему-то забили. Или бананы забили, эти желтые, или зеленые, не знаю. Пришел сегодня, а он лежит бездыханный. В общем, такие дела. Следующее видео будет у нас, наверное, посмотрим, или о волнистых, или о неразлучниках. Ну, в общем, что-то будет интересное, сниму, покажу. Все, ребятки, благодарю всех за просмотр. До скорой встречи, продолжение следует. Всем пока!